Такс, ну чё, у нас тут есть интересного. Во-первых, надо босса бы вызвать. Не то, чтобы я хотел, но птичка прикольная. Правда, идеального здесь вот вообще ни хрена не вижу. Пит какой-то. Цель чё? Блин, а у нас тут задание еще. Дневное задание. Ух ты, вот так, личный босс, перейти. Оу. И тут что, каждый день можно по новой, что ли, кромсать? Я что-то не выплил. Щит мне грохнул, гад. Мне что-то после этой игры захотелось в Сакрет поиграть. Да блин. Так, двойная награда. Ага, понял. Ну давай, поехали. Ого. Ну этот крепыш такой нехреновый. А сумочку себе будут подрасширить, 150 стоит. Да, с ним тяжело гаситься. Я вот не вижу, какое-нибудь время есть. Ну, главное, наверное, что мы его валим. И чё, был помешать, что здесь главное, чего нет. У него еще и неуязвимость, да? Выпрямись. Давай, забиваю. Отлично, это все, что мы получили, да? Такс. Так, мы можем себе и напарника улучшить, да? А, так у меня может быть несколько напарников.
Чать. Это как-то тут не кисло все идет. Так, это что у нас? Уровень боевого духа. Тоже прокачка, хрен пойми чего, хрен пойми зачем. Так, рюкзак, что у нас тут? Ни хрена интересного. Персонаж. Мы при разборе можем получить здесь только необходимое нам получается. Ну вот это уже очень любопытно. То есть у нас это вот ковка оранжевого снаряжения. Блин, пару видов снаряжения, хрен пойми чё, куда, зачем. О, навыки. Это хорошо. Так, good. Good. Теперь мы стали зрее просто. Синенькая шмоточка. Ага. Хрен мне, да? Я соберу комплект один пень. Чуть там на говно и зайдут. Пока мы ушатываем босса быстро, это хорошо. Да и то тут каждый босс по-разному ушатывается. Есть даже фиолетовые вещички. Неплохо. Ага, ничего. Приводить нам нечего. Ля-ля-ля-ля-ля. Сколько там у нас? 160, да? Это у нас получается. Воу. Фрагмент ти-ти-ти. Я понял, что это фрагменты. А сколько надо тут их собрать-то хоть? Собери 10 фрагментов для призыва. 6, 3, 16. Маг-ученик. Ну, это-то понятно. Довольно любопытно сделано. Так, что у нас еще там есть из интересного? Ну, по крайней мере, мне по-любому надо будет зайти вот сюда.
нет, его еще на килорогазить. Насколько я понял, здесь идет у нас идеально хорошо-плохо от того, сколько нам повреждений нанесено. Это надо посмотреть, что не совсем понимаю, как это работает. Хотелось бы знать. И у нас тут получается сейчас 20-ка. Да вообще легко ушатываем. У него, скорее всего, атака большая, защиты никакой. Вот 30-ка, ага. Каждый босс это 10-ка. Сколько мне боссов надо завалить, елы балы. Ладно, спутник. Развитие. Развитие. Улучшение. Ага, хрен мне. Таланты спутника. Навыки. Так, есть что приодеть, хренушки. Так, следующего вызываем. Ой, крабик. Крабик. Жрать захотелось, ну елы-палы. Хотя на краба он что-то как-то не очень смахивает. Шмоточки-то неплохие попадают. А, у нас есть разбор и есть выплавка. Вот, блин, как все тяжело-то. Я понял. То есть, если мы выплавляем магическое, то... Ой, серьезно, что ли? Погодь-ка. Да нет, тут все как-то... Личный босс. Или кто это? Это арена. Давай попробуем с ним. Или с ней. Что не получится за арена такая. Ну 45, а у меня вообще какой уровень? А, у меня уже полтинник, понятно все. Неудивительно. Хотя странно очень сильно. Может здесь как-то... Я не знаю, как это с людьми, я вроде да, с людьми кажется воюю. Нет, здесь все должны... Надеюсь. А хотя... Да и без понятия, как это работает все. Не, ну хорошо лупит-то меня тоже. Что не надо. Нет, с людьми мы играем. Что это феечка? Даже враги за алмазы ищутся, но это уже, блин, я бы сказал, что паранойя, но это на паранойю не попахивает.
Ладно, здесь у нас что? Что это такое вообще? Такс. Лады. Усиление. А, вот это вот мы не смотрим никогда. Это куда это у нас получается? Недостаточно. Бой. А, понял. С различных видов боссов мы это проходим. Отлично, дойдем. Хз. Мы можем по новой их вызывать. Это как работает? Попытки вызова 10, 11, 5. Это что за нафиг еще такое? Общий босс? Так, погодь-ка. Значит, у нас еще есть тут... Ни хрена не понял. Ну как нет, я понял то, что у нас есть пометки для вызова босса. Но я вот не понял, почему я теперь его один мочу. Хотя до этого мочили аж втроем. Странно как-то. Я так мягко выражусь, что это странно. Ну, в принципе-то я побеждаю, да не в этом, блин, дело. О, прибежали, прибежали. Один я с ними не справляюсь, а пока там подбегут остальные, то есть они как будто ждут. Да? Это любопытно, кстати. То есть здесь есть такой режим выжидания. Конец самый подбегут, да? Жопой чую. Ну, хотя бы буду знать, как здесь халтурить тогда. Надо вот посмотреть, чтобы вообще нахрен отменить, чтобы ко мне кто-нибудь подбегал. Кстати, он, может быть, ко мне подбежал и меня-то убил. В легкую. Я же не обратил внимания, сколько у меня там ХП было. Я такое встречал в подобных играх уже.
конец босса подбегает, лободятел тебя убивает и все забирает. Игра вроде на ПВЕ рассчитана. Надо обращать на это внимание. Я никого не вижу. Не, ну это очень странно. Давай к этому сходим. Это так, одиночный босс, понятно. Колбасит-то он нехило. Очень забавно, я тебе скажу. Наконец-то 100 тысяч. Ура! А правда, еще знать, чему я радуюсь, это было бы лучше. Так, спутник. Эволюция, полюция, ладно. Томец может быть. Подземелье. Погнали. Два вызова доступно кого? Да, очень напоминает старенький такой, знаешь, она игра вообще ничего не ест. Я не знаю, на телефон можно запендюрить? Было бы неплохо. Вот эти сраные камушки брать. Да нет, не. А, так мы. Давай попробуем, я что-то не понял, почему два вызова до сих пор доступно. Я что, потратил алмазы на эту хренотень? Только что. Да вроде не должен был. Ну да. А, то есть мы, если на три звезды проходим, можем блицевать. Ясно. Все, не вопрос. У меня, к примеру, нет стока. Забавно даже. То есть, либо начать бой, либо блиц. Я же пугался, что мазики потратил мне на этот инвентарь себе накопливать.
Не хотелось бы это все профукать. Поехали. Так, взглянем-с. В глаза правде. Теперь сюда вам. Да, это Heaven Fury определенно. Все, да ладно тебе. Это фиолетовое. Одолжу мне немного денег. А, если я выиграю, я дам тебе 10 раз больше. Возможен. Но, скорее всего, ни хрена не будет. Повезло. Так, ладно, сразу расширяем рюкзак. Там 240. Это ж сколько еще одно улучшение стоит? 300, ёхан ты мансиск. Что же у вас тут такие заскоки, а? Так, а ну-ка давай приоденемся, посмотрим, чего у нас здесь есть интересного. Ни хрена. Ну, спасибо. Займи мне немного, если я выиграю, то дам 20 раз больше. А, надо подождать и потом получить. Господи, помилуй. Вот в этот раз не повезет, но давай отдадим 60 этих алмазов.
Что это такое вообще? Это вот мне интересно стало. Ладно, а эти отдам, пусть он их просирает. Развить спутника. Арена вон у меня сияет. Давай-ка еще посмотрим, что тут за Басякевич. Так. Да, еще сумочку давай подгружу себе, ну маленькая. Тут. Рюкзачок у меня страдает больше всего. Но, в принципе, на одну четверть расширили. Более-менее нормально. Что ж, народ, я на этом закончу. В принципе, довольно-таки забавно. Можно будет порубать, посмотреть еще. Всем удачи. Всем пока.